тихо. Не туда нам налево надо было. Вы что делаете-то? Куда вы едете? А куда мы едем? Куда я кулак огороду дорогу перегорожал? Куда вы едете? Каким образом дорогу перегорожал? Вот этим транспортом. Мы сейчас транспортом. Слышь, дед, ну ты что, ты чуть не убил его? Я перегораживал вам дорогу. Слушай, я все снял, понимаешь? Я тоже снял. Вот, так что ты блядь, просто... Куда вы едете? Куда вы едете? Вниз по дороге едем. Ты перегородил, ты сбил меня. Ты прям реально сбил его, ты что? Дорогу я перегородил, бы ты я перегораживал дорогу. Предоставьте, пожалуйста, разрешение. Ну, типа вот из-за этого чуть ты человека не убил. Я не убивал никого. Я ну ты реально дорогу, просто на мотоцикле перегородил человека. Ты ехал в меня. Ты что творишь-то, дядь? У нас есть разрешение, все нормально. Я никуда не летел. Слушай, ну ладно. Короче, в интернете будет. Сюда в Крым туристы поедут. Остановитесь. Фу, да я не уезжаю, что-то у меня все есть. Что у вас есть? По разрешению. Предоставьте, сейчас. Куда вы летите? Вы видите, что есть инспектор. Где мигалка? У тебя мигалка, что ли, или чего? Я на скорости не вижу, понимаешь? Знаки. Мы молодой человек. В любом подожди, случае, слушай, давай спокойно. Если смотри. Не человек, вы летите. Я говорю, если будет идти человек, мы остановимся. Вылети, а то есть я на машине еду вот. Так ты ехал сюда. Прижимаю слушай, влево. Вы какими? Ты какими вообще правилами закона пользуешься? Слушай, ладно, да, мы разберемся с правилами. Я влево. Короче. Вот сюда. Показываю, что я поворачиваю влево, вы видите. Да как ты не показываешь? Не останавливайтесь и летите дальше. Ты в меня въехал. Ты тут говоришь, ты перегородил дорогу. Да, говоришь, я перегораживал я... дорогу, влево повернул. Уже. Перегораживал, да? Вы кто? Вот давайте начнем с... Ну вот да, вот теперь вот как бы с этого начнем. Какого государственного инспектора в области нет. Вот покажи, покажи. Место. Записать можно? Ладно, фамилию можно? Да, ну, я не буду писать, вот смотри, фамилию. Нет, сам не пишу. Прочитай на камеру фамилию. Кухаренко Дмитрий Александрович, да? Кухаренко Дмитрий Александрович. Я на глаза записываю. Кухаренко Дмитрий Альвинович. Да. А до которого действует? Кто? Удостоверение. Она безвременная. Безвременная? Август 1, август 22, дата выдачи. А что, она безвременная? Все, записали. Предоставьте, пожалуйста, ваше разрешение. Я не буду брать, а то вы сейчас скажете, не, что не, я не, его разбил. Не считайте. Все надо увеличить. Маршрутка Рижская тропа, Еврейская Тарахтарская. Где тут написано, что это велосипедный маршрут? А где там написано? Вот именно, что там не написано. А вообще у вас нет разрешения на посещение на велосипеде кататься? Как всегда было. Нет. 150 рублей стоил. Нет. Я туда приезжаю раз в два года. Нет, это тропа Ягодка, веломаршрут. Нету его. Поэтому вы решили, что вы можете брать пешеходный маршрут и идти смело. Оплачивая 150 рублей, поехали. А где там велосипедный маршрут? Пройдемте вот туда наверх. Куда? Его нету. Как это нету? Его нету. В заповеднике нету веломаршрута. А какая разница, велосипед или пешком идти? Есть разница. А какая разница, будет кто-то на автомобиле ездить или пешком идти? Большая разница, пройдемте конечно. Вот туда, пожалуйста, наверх. Куда мы, зачем мы куда-то идти-то? Поможем туда. Алло, Леша, подъедь, пожалуйста. Стоп, ребят, у вас тут, короче, на сайте ничего не написано. Я смотрел и внимательно изучал сайт. Слушайте, вот там вот. Сейчас стоит еще 6 человек. На них сейчас составляется административный протокол. Вот сейчас на вас составится административный протокол. Вы возьмете, составим. Вы возьмете вот эти протокола, пойдете в администрацию заповедника и будете решать, выяснять, что у вас есть, чего у вас нету с ними. Не со мной. Я лишь выписываю бумажку и отдаю. Давайте на месте, нас никуда не нужно. Пойдемте наверх. Так, подождите, подождите. А как же это самое, на велосипедах нельзя? И что? А у меня друзья ездили вот в том году, рассказывали. В том году, да.